Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yeah. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey. Единственное, только мне не нравится, что звук гитары какой-то. То есть обычно под такие стили должно быть. То есть, чтобы прям именно как кувалда долбил. А здесь какой-то. И тут он какой-то. Такой, как бы. Неударный звук гитары. Но как бы не раскрылся трек. То есть он как бы нормальный, но он чисто по мне на один раз. Просто фоном прошел и все. То есть такого, чтобы он просто рванул и вдарил какой-то шикарный припев, просто убойный хитовый, не получилось. То есть все начиналось прикольно, достаточно эпично. И в целом все фирмово, да, то есть все спето, все как бы... это музыка, то есть это не Мастей, ничего. Но какой-то вот именно изюминки нету. То есть все-таки здорово, когда есть какая-то вот прям... характерная, ну, как бы, как вот помните, Open Your Eyes, то есть какие-то такие, даже, допустим, эта группа Exilia, кто включал тоже, малоизвестная совсем, но, допустим, там Stop Playing God, да, сейчас. Тоже вот прям штука, которую ты один раз услышишь, она осядет в башке сразу же полностью, припев. То есть куплет сирота просто обычная какая-то, ну, просто фон. Просто белый шум. А вот сейчас... То есть должен быть, да, какой-то такой прям крутой хук. Или какой-нибудь это там Going Under, и помните, I'm going under. То есть все как бы есть какая-то штука, которая сразу в башку всаживается. А здесь у чувачков все было прикольно, но как бы вот такого прям именно хукача нету. Это печально. Фред говорил, что песня от начала до конца должна быть топ, да. Поэтому у меня их силе Stop Playing God нету в плейлисте. Я просто помню, что хорошее место и все, но в плейлисте у меня нету.